Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Гай, для которой может понадобиться одна фишка, две или даже три, если у вас их много. Я взорву одну фишку вот здесь, заберу калаш, глок и свалю. Ну, объясню еще, если хотите взрывать остальные, что вы получите. Готово. Вроде бы все сломал, то, что тут можно было сломать. Так, если будете взрывать здесь, тут будет 3 или 4 ящика. В одном вы получите броню, во втором эмку, а в остальных там хрень всякая. Вот в этой части базы в одном ящике будет кувалда, в другом ящике 5 канистр будет бензина. Ну и по мелочи там какие-то ресурсы. Так, здесь мясо, тут пусто, тут глок. Так, тут микросхема, алюминиевая пластина, здесь калаш, стальная пластина, тут ничего нету и тут тоже пусто. По сути, можно и фишку даже не взрывать, просто пособирать тут ресы, поломать тут костры снаружи, например, почему бы и нет. Можно же что-то в них найти тоже. Так, пикап есть что-то? Нет, в пикапе тоже ничего нету. Сейчас попробую еще половину сломать, может там слитки окажутся. Мне часто упрекают в этом, то что я не ломаю их. Сейчас глянем, что тут внутри. Нет, пусто. В общем, вот такой вот рейд. И самое обидное, что я выполнял задание ради этого рейда. Это, конечно, да, печально. На этом все. Пока-пока. До скорых встреч.